Книга «Маленькие женщины» была написана американской писательницей Луизой Мэй Элкотт. Главные героини книги – четыре сестры – Маргарет, Джозефина, Бет и Эми Марч. Роман рассказывает о их жизни, отношениях друг с другом и их стремлении к саморазвитию и независимости. Книга «Маленькие женщины» является классикой американской литературы и олицетворяет ценности семьи, любви и самоутверждения. Она показывает, как четыре сестры справляются с трудностями и испытаниями, с которыми сталкиваются во время гражданской войны в Америке. Каждая из сестер имеет свои уникальные черты характера и мечты, и роман следит за их развитием и ростом. «Маленькие женщины» является историей о силе семейных уз и поддержке, о дружбе и любви. Книга также затрагивает важные темы, такие как роль женщин в обществе, образование, творчество и самореализация. Она вдохновляет читателей своей искренностью, эмоциональностью и глубиной переживаний героинь. «Маленькие женщины» стала одной из самых известных и любимых книг в мировой литературе. Она была экранизирована несколько раз и оставила неизгладимый след в сердцах многих читателей. Если вы еще не читали эту книгу, я рекомендую вам познакомиться с ней и насладиться ее прекрасным повествованием и глубокими мыслями.